Я еще и... Я там убийца. Падя. Падя. Вот встретимся когда, по жопе получишь. По жопе получишь. Вадя, Вадя. Ой, я задание иду делать, а я убийца. Спасибо тебе огромное. Так, Финаргот. Зарежу я его первым, пожалуй. Смотрите, смотрите, смотрите. Ой, нет, камеры. Чуть не убил на камерах. Ай, там же рулетки. А давайте я сейчас рулетку немножко подвину, чтобы она вам не загораживала все при все. Вот так, ё-моё. Как-нибудь. Она там будет прокручиваться, и она будет протоколироваться, что там выпадает в рулеточках. Так. Ладно, Редбер пускай поиграет, он только в игру зашел. Угу. Давай. Ну, нет? Артист, не хочешь? Заложу тогда у вас тут бомбу. В таком случае. Ой. Заложу у вас тут бомбу. Знаете, где еще заложу? Где-нибудь. Вот. Где-нибудь тут в углу, чтобы она еще смущала и не совсем было понятно, куда именно бежать. Так. Интересно, Безбаш меня видел в потемках? Ну, убийство я, кстати, сделала пока что. Но я занята раскладкой бомб, ребята. Алло. Алло. Асмодея убили. На струп. Он мертв? Он давно мертв? Я бегал рядом с ним, кстати. Я не бегал с ним рядом. Он труп уже секунд 10-15, и во время килла на лайфлайнах был я и Гидрос. Ну, я подошел, не знаю, был килл во время этого или нет, но открыл, когда уже был килл. Ну да, килло, не знаю, 10-15, может, даже больше. Ну, больше, потому что я сейчас уже прибежал, когда Финн... Ну, не знаю, не знаю. Финн опять же задонатил на трейдера, да? Короче, я смотрел, скажите... По инфе на камеру. На инспектора, блин, задумайте. Расскажу. Админка журнал, там где звоночек. Последний раз Асмодея видел, он убегал налево. Можно еще раз инфу на камерах? Да, я говорю, вот Асмодей бежал налево, за Асмодеем бежали по коридору как раз-таки Бист и Финаргот следом. Возможно, они остались на лайфлайнах, и так. Бист еще и нажал на кнопку. Что? Я починил свет, во-первых. Во-первых, я починил свет, во-вторых, я первый бежал от света. Посмотрите, пингвинчик выглядит таким невинным. Я бежал последний на свет, и вообще-то он не чинил. Он бежал только с той стороны. Да, не знаю. Я говорю, по камерам был коридор, и по этому коридору справа налево бежал Асмодей, потом бежал Бист, потом бежал Финаргот. Смотри, я был слева, Асмодей слева не лежит, он может лежать такой в библиотеке, которая слева. В библиотеке он был, ну, в середине, прям, в середине раунда, давно-давно. Так если я подошел туда... Я слева пришел, стоит Финн у лайфов, и там уже был мертвый Асмодей. То есть Финн, если сделал килл, только снизу. Но это вряд ли Финн. Может, и Гидрос был с Финном. А зачем трупы вообще потирать? Нет, а с Финном не было, ну, потом дело, он пришел на лайфлайн. К сожалению. Слева где-то, не волнуйтесь, когда свет ебанули. Ну, мне кажется, это Финн. Ой, я, слушай, нажала, как играть. Какой Финн, боже мой. Сделал килл. Ну какой Финн, ну где ты меня вот с ним видел? Ну вы бежали в ту сторону слева, а потом на свет пошел. Когда мы бежали? Что ты, почему на свет не пошел сразу, а? А зачем идти сразу на свет? Тем более. Чинить, например, вот. А ты что, не пошел на свет? Я его починил, слышишь? Я продолжаю закладочки, чатик. Смотрите, я типа чиню душ. Нифига себе, там реально одни сабы попадали. Никто не идет чинить свет, кстати. А, труп в самом верху справа, где у нас трубы мы чиним. Я там видела, в той области видела Дину, которая... Вот, я не видела, как она убивает, но на последних секундах, Дина, ты же там была?
Я уже нахожусь в гараже, я тут давно ушла, но там несколько людей прибегали, я правда не помню. Я ее видела до убийства секунды за, я думаю, 4, вот 4, 4 секунды. Так я, по-твоему, там нахожусь или нет? Я тебя там не видела, но после того, как я... Ты говоришь, что ты меня там видела. Ну просто... да, 4 секунды назад, в самый вот именно в момент килла, я тебя там, или там в момент лежащего трупа, Дина, а где ты именно сейчас в гараже? Я забежала по кишке, справа от машины нахожусь. Я... Слушай, ну в гараж ты бы не успела забежать, мне так кажется. Ну, факт остается фактом, что я справа от машины в гараже стою, Кир. Мы сейчас скипнем просто и посмотрим, где она находится. А нельзя? Поэтому Кило это не бист сейчас, он на кнопке стоит. А по винтам можно? Подожди, Кира, это ты ко мне прибежала, когда я была? Да, это я прибежала, я пришла трубы крутить. А труп и... в трубах, да? То есть труп там, где ты, там, куда ты прибежала? Да, прям в душевых он лежит. Ага, то есть ты туда пришла, трупа не было, я оттуда ушла, и теперь ты репортишь там труп, я правильно понимаю? Я туда пришла, там был Гидрос, вот, пока я сделала квест и прибежала на этот второй квест, Гидрос умер и лежит. Просто по логике вещей, Дина... Бис для меня красный. Просто если Дина видела, что Кира, ты находилась и Гидрос, я так понимаю, она бы не убивала, потому что вы ее видели. Ну, возможно, я просто информирую тебя. Без братишек. Я просто это для меня странно звучит со стороны Киры. Так подожди, стоп, а труп именно в душе или на винтах в нижней комнатке? В душе, в душ, сверху, там вот где трубы нужно крутить, они... Может быть, сам рэп? Так... Киру нельзя убивать. А, так, я хотела доставить. В смысле, почему вообще она меня заподозрила, если я там была, ну, до килла, а не после? Это было странно. А, бомбы уже расставлены. Бомбы расставлены. Так, ладно, все, пришло время убивать. Архис при мне убил Финарготу. Я? Да. А, еще я без бар зарепортил. Артист убил только что. Я не понял. Я пришел на кнопку. Ладно. А где вы находитесь? Я пришел на кнопку, я так понимаю, там килл, он говорит, что это я убил. Ладно, я расскажу, как третье независимое лицо, что сейчас произошло. Давай. Я, Левкастер и Финаргот стоим на лайфлайнах, вырубается свет, я бегу направо, пересекаюсь с артистом, появляется кнопка репорта, но это, скорее всего, Дина пробегала, Дина, почему я говорю, когда перед, я... светом, перед светом Дина пронеслась, это она могла, она или нет? Она убежала налево. Ребята, опять я убила, получается? Не, я спрашиваю, но я с тобой пересекся просто. Я видел Левкастер, без баш, Фин были вместе, я прошел с... Я подходил из гаража, прихожу туда, сразу же только подхожу к кнопке, моментально прилетает репорт, и Левкастер говорит, что я при нем убил. Ну, типа, это либо это он невнимательный, либо Левкастер один из. И пытается подставить меня. Стоп, а труп в гараже? Можно двоих. Он сдался комом. Смотри, Финн сказал, что он ком. Он проверил биста, что он не делал килл. Сейчас Финн проверил меня. Он понял, что я красный. Откуда мы знаем это? Он не майковал. Ну, потому что он не нажал кнопку, со мной снял безбаш. Может быть, он тебя проверил? Ты трейтер? Ты его специально убил и пытаешься меня подставить. Откуда я знаю? И со мной был безбаш, и там свет еще не надо выключили. Надо скипать. Я с тобой был. Я говорю, поэтому киллу это либо Левкастер, либо артист. Почему человек бист? Так у нас... Ну, блядь. А кого? Ну, мы сейчас выгоним неправильно и проиграем. Ну, если а что, инфа по Дине выйдет из камеры выгоняем. Потому что если мы неправильно выгоним, кто-то из них... Ну, 2-2 выиграем. 2-2 можем проиграть. 2 килла и все. Кто проголосовал? А Кира с кем бы меня поставила? Ну, вот я думаю, двойка. Кира и мистер Слекастер. Да. Так, ладно. Попався? Ну, собственно, все. Сейчас можно активировать. А, они вокруг звонка бегают. Блин. Они прям вокруг звонка бегают. Убьют его. Блин. Где? Еще Дина сейчас от трупа убегает. Я на камерах стоял, подумал, что Бис зарезал Киру. Ну, где-то Бис там точно мир, но не может зарезать Киру. Ну, я знаю. Подожди, от какого я трупа отбегаю? Я подумал об этом. Ну, я ж могу предположить это, потому что Финн мог просканить Биста, когда тот не сделал киллов. Может, не покажет, что он трейтер, потому что один килл был.
А сейчас Дина труп убегает, труп... Так, а, Левкастер, это как та самая ситуация? Я, если что, сейчас и забежала и обезвреживать бомбу. На камеры. Понимаешь? Я тебе говорю, Дина убегает от трупа. Дина убегает от трупа в гараже. Ребята, это как в тот раз было, когда Левкастер был вместе с Финном предателем. Он второго своего преда покрывает. Второй раз это не прокатит. Я в Левкастера ставлю. Действительно находится Дина. То есть она тот килл не сделана, бы не успела добежать. Дина, ты молчишь. Дина, в кого ты прокатился? А, вам меня не слышно? Короче, короче, я забегаю в камеры, чтобы обезвреживать бомбу. Левкастер сейчас проворачивает то же самое, что он делал, когда он вместе с Финарготом был предателем. Он точно так же начинает втапливать в меня. Там, где я пробегал, не было никакого трупа. Он, как в тот раз, когда он убил Безбаша и начал в меня топить вторым предателем. Я в Левкастера поставила. Левкастер. Левкастер. А вы в кого? В Левкастера или в артиста? Да не, уже проиграли. Я мирный, вы можете... Своего второго можешь ставить. Ну, типа, поставь меня просто, и все. Да просто это был неплохой план Левкастера, когда Финн тебя просканил, просто взять его, убить и скинуть. Нет, это твой картиз Дина, и все. Просто я в этом... Левкастер, а с кем он? Кто второй? Безбаш? А, Кира, что ли, вторая? Безбаш или Кира вторая? Не, я точно не могу никак. Забавно, что... ладно. Стоп, а как тут? В смысле, а почему у нас... Сразу понимаешь, кто трейтер. А почему у нас... Мёртвый. Что-то не понимаю, почему у нас мёртвый Финаргот разговаривает? Блин, а как нам... Артист так дефал Дину после первого раунда. А как? Пипец. А чё мне её отдавать? Ну это да, слишком палевно. Я... Нет, а понимаешь, в чём проблема? Меня совесть схватила, я её поставил жёстко своим килом. Так я вообще не поняла, почему там были на меня подозрения. То есть проблема. Кира видела, что я ушла оттуда. Почему? То есть я ушла оттуда, но меня всё равно подозревают? Ну я тебе объясняла, потому что... Я его проверил, свет был. Я бы кнопку бы нажал, если бы он был трейдером. А, стоп, так ты... А, понял.